Ну, чуть-чуть, конечно, мешает, но в то же время шахматист всегда должен быть готов, что будут какие-то посторонние шумы, и поэтому, ну, конечно, это отвлекает, но это не должно сильно сказываться на игре. А дома вы наверняка играете в интернете, вот под музыку бывает, что играете? Да, конечно, если я дома, бываю в интернете, бывает музыка, бывают телефонные звонки, я могу разговаривать, как можно одновременно играть. Ну, конечно, качество игры снижается, но как бы в целом шахматист должен быть к этому готов. Скажите, пожалуйста, как ваш вчера прошел сеанс на одновременной игре, сегодня вечерка? Вот именно такие праздники, как вам нравятся они для шахматы? Насколько вы считаете это важно? Или супертурниры, они более интересны? Ну да, мне кажется, что все эти шахматные праздники, они довольно важны, и мой долг как одного из ведущих шахматистов. Thank you.